По данным Аиды Космалиевой, министр социального развития отдыхала за границей за счет бюджета не один раз. В июне 2017 года Талайкули Сакунова с супругом и сыном побывала в Швейцарии. В министерстве ей выплатили немалые командировочные, но в запланированных мероприятиях Исакунова толком и не участвовала, рассказала депутат. Один из участников того мероприятия тоже написал, что да, она вылетела за 2 дня раньше, остановилась в другой гостинице. Появилась на мероприятии на 5 минут, потом ее встретили с мужем в шопинг-центре. Между прочим, важное было мероприятие – восстановление права голоса в МОД. В ноябре глава Минсоцразвития оказалась уже в Соединенных Штатах Америки. Премьер ехать в эту страну запретил, но она все же улетела, взяв отпуск, рассказала Космалиева. Из Америки министр отправилась в Аргентину и тоже без разрешения главы правительства. В том же месяце Исакунова летала в Санкт-Петербург, а в июле она побывала в Лондоне с супругом и сыном. Аида Космалиева удивляется, что министры и их заместители игнорируют позицию премьер-министра. В командировки следует отправлять рядовых специалистов, а не начальников, возмущается депутат. При этом во время отпуска чиновники используют дипломатические паспорта. Замминистра того же социального ведомства Лунара Мамытова в июле 2017 года была в итальянском городе Турине, сообщила Космалиева. Причем ездила туда чиновница вместо специалиста. В этом году за счет кредита Всемирного банка Лунара Мамытова слетала на учебу в США, а еще успела побывать на туристическом острове Хайнань по дипломатическому паспорту. Впрочем, в пресс-службе министерства факт использования диппаспорта опровергают. Аида Космалиева обнародовала еще один интересный факт. Речь на этот раз идет о Министерстве экономики. На меня вышли обычные сотрудники проекта Корейского агентства по международному сотрудничеству, по которой была поездка экс-министра соцразвития. Они жалуются, что советник на общественных началах Минэкономики Кыргызской Республики, некая Айнура Джакыпова, 10 дней не посещала семинар и делала себе операцию на веки или что-то косметологическое. При этом полностью поездку оплачивает агентство. Кем она оформилась на Минэкономики? Есть ли на нее письма? Заграничные командировки любят не только в Минсоцразвития, но и в других госучреждениях. По данным 2016 года, чаще всех за рубеж выезжали чиновники из Минэкономики 204 раза. Таможенники тоже не прочь мир поглядеть. За границу они ездили 147 раз. Специалисты Минтранса 90, МВД 82, Госпогранслужбы 66 раз. А кто больше всех тратит бюджетных средств? Вот данные за 2015 год. Больше всех на поездки за границу потратили в Госагентстве по физкультуре и спорту 92 миллиона сомов. МИДовцы потратили 40 миллионов. Сотрудники Министерства образования из бюджета взяли 26 миллионов. Таможенники 20 миллионов. Даже Джогурку Кинеш потратил меньше, всего 19 миллионов сомов. Канат Канеметов, Хусан Гафиров, телеканал «Апрель».